Год сложный, но, безусловно, плодотворный. Так описывает уходящий 2022-й депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Гаджимурад Гаджимурадов. Уже более 3 лет он трудится на благо жителей Расторгуевской части Видного, а также деревни Спасская. Работая с избирателями, да, я считаю, что многие задачи удалось решить. Что-то мы сделали задел на будущее, где-то мы заложили проектирование в бюджет округа. Без этого тоже нельзя значимые работы проводить. Проблемы жителей, они тоже у нас на контроле, у главы, у депутатов округа. Сегодня народный избранник встретится с жителями дома номер 1 по улице Ольгинской. Именно этот адрес – одна из главных побед года. С момента строительства дома здесь ни разу не проводился ремонт коммунальных сетей. За долгое время трубы проржавели и пришли почти в негодность. В 2022-м совместными усилиями депутата Гаджимурадова, территориального отдела Расторгуева, администрации Ленинского городского округа инженерные коммуникации были заменены. Километры труб, канализации, водоснабжения, горячего и холодного отопления. Такого капитального ремонта сетей жители этого дома ждали почти 50 лет. Полная замена труб заняла всего лишь 1 месяц. Все они отличного качества, без каких-либо нареканий. Тем не менее, небольшие недоделки по дому остались, и работы на Ольгинской-1 будут продолжены. Ну, у нас периодически возникают проблемы. Там надо то акт по дому составить, то еще что-то трудности, то попасть на прием куда-то. Мы обращаемся к Гаджимураду Магомедовичу. Вот он нам помог составить на инженерные коммуникации акт, что они у нас изношены на 75%. Потом он нам помог попасть на прием там, в администрацию по отдельным вопросам. Сейчас мы к нему опять обращаемся вот, с просьбой помочь. Ну, как бы он помогает нам. Записаться на прием к депутату Гаджимураду Гаджимурадову можно по телефону +7 495 548 44 00 или просто узнать номер его мобильного у любого активного жителя Расторгуева. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.